Как известно, забота об экологии сейчас очень актуальна, и очищение природы от пластика – одна из важнейших задач. Для того, чтобы приобщить славянцев к сортировке мусора для его переработки, а также оказания благотворительной помощи, и проводится уже ставшая традиционной акция «Крышечки добра СНК». Сбор крышечек от пластиковых бутылок популярен в нашей стране и в крае, и польза от этого очень большая. Славянцы от мала до велика стремятся решать экологические и социальные задачи. Главное, чтобы было горячее желание делать добро. В районной благотворительной акции «Крышечки добра СНК» приняли участие детские сады, школы, техникумы. Проводим такую замечательную акцию «Крышечки добра СНК». В нашем районе традиция проходит как-то, вернее, акция проходит очень как-то по-доброму, очень душевно, потому что мы с вами выполняем эту добрую миссию. И все с таким удовольствием, да, в каждой семье, в доме, в детском саду, в школе, в классе, собирают эти замечательные крышечки, это пластик, собирают бутылочки и участвуют в этой акции. Мы с вами вместе уже много раз делали доброе дело. Мы не только приводим в порядок наш район, делаем его чистым, но еще и помогаем ребятам. Были вручены благодарственные письма и подарки от руководителя компании по переработке вторсырья с «Чистая планета» Алексея Кучерова, лидером по сбору крышечек, 8 и 12 школам, Славянскому сельхозтехникуму и Центру развития ребенка 2-му детскому саду, а также наиболее отличившимся Есении Курячей из 39-й школы, брату и сестре Нике и Тимофею Черковым из 28-й школы. На полученные от акции деньги приобрели удобную детскую инвалидную коляску для прогулок для Демида Васильковского. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».